В 16-й раз в нашем регионе открылась выставка-ярмарка-конкурс книжной и полиграфической продукции «Симбирская книга». Это ключевое культурное событие года, представляющее издания, вышедшие на территории Ульяновской области, ведущих поволжских и российских издательств за истекший год. В Ульяновской области делается достаточно много по программе книгоиздания. Она у нас действует с 2009 года. Издано уже около 200 книг. В прошлом году мы издали 12 книг. В этом году планируется около 6 книг на сумму 2 миллиона рублей. В этом году у нас планируется больше выпускать книг к Ленину. На следующий год юбилей, 150-летие Ленина, поэтому у нас сейчас подготовлен альбом. На «Симбирской книге» смогли презентовать свои издания типографии муниципальных образований, что тоже немаловажно. В этом году мы привезли 8 книг. Издали свои игры, сами разработали, сами внедряем, сами печатаем, сами, как говорится, упаковываем. Ну, теперь, чтобы найти, куда бы рынок сбыта. Торжественное открытие «Симбирской книги» объединило два тренда в российской культуре – год театра и год 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Актеры Ульяновского государственного молодежного театра исполнили фрагмент спектакля «Метель» по одноименной повести Пушкина. Почетными гостями церемонии открытия стали поэт, бренд-менеджер редакции Елены Шубиной Татьяна Стоянова и методист лексикографической программы «Словари 21 века» Мария Кравченко. Считаю, это не только площадка, где литераторы, писатели, читатели общаются. Это показатель нашей духовности, уровня нашей литературы, не только Симбирского края, так как сейчас это уже всероссийская выставка, то уровня литературы и нашего государства, нашей России современной. Накануне был дан старт благотворительной акции «Библиотеки с любовью». Жители и гости Ульяновской области могут стать почетными дарителями, оказать содействие в пополнении фонда областной научной библиотеки новыми книгами. Новшество этого года – за понравившуюся книгу выставки можно проголосовать путем интернет-голосования на сайте Дворца книги. Лучшую книгу года объявят во время торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской выставки-ярмарки и 16-й областной выставки конкурса издательской продукции «Симбирская книга 2018» 26 апреля. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.